Игорь Николаевич, ну как вы посмотрели на комплекс, в каком состоянии вообще, ну, и так далее? Ну, в принципе, сегодня у нас был такой первый масштабный выезд на передающий центр города Мариуполя. То, что мы увидели, в принципе, реально все это запустить. По срокам запуска оборудования, которое здесь осталось, как бы точных сроков не скажу, потому что необходимо более детально осмотреть, настроить, наладить. В принципе, все реально, то есть возможно в ближайшем будущем начать вещание на передающем центре города Мариуполя. Какие вещательные планы? Планы запустить здесь цифровое телевидение, как минимум 3 мультиплекса, где-то 8-10 каналов. Каналы это будут Российской Федерации и наши местные республиканские. Куда будет добивать? Вот какая зона покрытия? Ну, судя по расчетным данным, где-то до Запорожской области эта башня, которая стоит здесь, будет, в принципе, добивать.